Здрасте. О, Господи. Во сколько оно улетело? В 11 часов. А тихо было? Прямо вот к вам залетело? Да вы что, какое тихо? Во сколько они начали бить по городу? 10 часов они начали. Мне позвонили, я уехала отсюда в 6 часов вечера. 10 они позвонили, сказали, у нас здесь вообще, мы все сидим в подвалах. На Путиловке ад. Сказали, ад на Путиловке. Здесь все трясется, говорит, здесь все горит, все свистит, непонятно что и где, как. И почему это все так случилось. Все было как бы потише уже. Все. И в 12 мне позвонили, что прямое попадание в квартиру. У вас не было? Слава тебе, Господи. Как можно будет заделать? Заделать? А я не знаю, это будем разговаривать с администрацией. Здесь надо заливать бетоном, здесь никак не заделать. Сейчас-то мы чуть-чуть там заклеим. Здесь армировать надо, я... Конечно. Здесь без их помощи здесь ничего не получится. А что-то обещали там помочь как-то вам? Ну, пока сказали, куда обратиться, мы еще никуда не ходили, мы только собираемся обращаться. Заявление в милиции написали о повреждениях. Вы же видите, что здесь нужен капитальный ремонт. Да, да. Что вам зайдите на лоджию, она вся отошла вот туда, все ушло туда. Вот. Вот это было тут вот, там манеж был детский, ну, ничего вот, нет. До этих пор здесь было все засыпано вот этим, что отсюда вылетело. Здесь манеж стоял детский. Все так, вот, сюда, диван, как все вот было это все было завалено бетоном. Ну где-то нет в городе, слава богу, да? Так вот случилось, что мы все на этот момент покинули квартиру. Рано разъехались на праздники, теща приехала ко мне. Знаете, что бы тут было? Здесь неизбежно все. Вон, посмотри, даже заглушки, ну, зашпаклеванное, все повылетало, все вдавило. Дело в том, что наша несчастная Путиловка, она терпит и терпит и терпит. Да мы знаем, все. И все. И никто не может сказать, когда. Когда? Когда этот Порошенко перестанет это делать? Когда? Когда ему скажут нет? Весь мир знает, и никто не может остановить. Осколки были этого американского происхождения. Наволки. Да. С надписью, маркировка. Маркировка была на них. Ну так. Градовские осколки. Когда по школе попали? Вчера вечером. А во сколько начался обстрел? В 9 часов вечера. А вы учились в этой школе? Я училась в этой школе. Моя дочь училась в этой школе. Мой брат учился в этой школе. И она у домойских работала? Работала, дети ходили, была отремонтирована. Дай бог здоровья директору школы Клавдии Васильевне Харьковской. Умничка. А на первый раз подобрал куда эту школу? Вот это четвертый раз. Четвертый раз. В сентябре она попала первая, зимой, два раза осенью, один раз зимой, вот. Все равно не закрывалось, детки ходили, да? Детки ходили. Говорят, лучшая школа была. Лучшая школа района была. 80% выпускников 58-й школы с легкостью поступали в высшие учебные заведения. Если б жив бы Тарас Шевченко, он по-новому бы написал бы поэму о матери, о настоящей матери Украины, которая сейчас плачет. Ни любить не научили их, ни трудиться не научили. Будет этим молодым людям по 45 лет, у него семьи не будет, ни детей, никакого не будет. Вообще будущего нету и никакой старости нету. Одну ненависть вы посеяли, вы зря прожили эту жизнь и доживаете. Заставили молодежь из-за бизнеса взять ружье и забрасывать этих детей, которых им надо им жить. Надо детей воспитывать, которые не должны были родиться. Вся Украина, не только Донбасс, вся Украина вас ненавидит. Но они все молчат. И Винницкая, и Черкасская область, Ивано-Франковская. Люди друг друга сейчас стали бояться и не стали говорить друг другу правду. Но в душе они, Дмитрий Ярош, вас всех ненавидят. Точно так же, как ваше правительство. Порошенко, Турчинова и всех остальных.
тварам скажи, что школа нельзя ударить тем тварам. Это твары фашисты. Немцы фашисты. Школы бьют твары, детей бьют. Наши дома разбили твары. Это фашисты. Фашисты. Ну и у меня, и у соседки, вон окна провалены. У нее еще советские эти деревянные. Вон то трещина и пошло, и как больше наполнилось. Это вчера громили сильно, а все дни до этого каждый день громят. Бьют, сразу бегу в подвал. Угу. Вот. Ну, а это, на этот раз уже сделали большую дыру. Это необычное оружие, такого мы еще не слышали. Вот, где они взяли на нашу голову? Очень резкое, и от него вот нет пожаров. Угу. То есть вот сам выстрел резкий или сам взрыв, когда... Взрывы, и летит... с таким звуком еще летит. И грады те летят тоже, но они из нескольких выстрелов. А это один и очень сильный. Здесь еще живут люди. В этом остерзанном районе. Ну, ви знаєте, тут Бог милове, то дом не трогають. А сьогодні страшне діло, що натворили туди далі. Ви не бачили? Ой-ой-ой, хай Бог милий. Ужас. І, ну, скільки ж діти буде продовжатися, ви не скажете нам. Самі ждем. Е? Самі ждем. Їх фотографувати нас не навчили, а от угадувати не навчили. Щоб угадати, коли це все кончиться. Кошмар.